А я тебе не папочка. Ты такой человек, запала у него хватает. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Игра кто? Она... Мой родной братец. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и... Как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого! А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Вот так. Давай, попробуй.
Подержу и с этой штукой. Ты команда. Ага. Такая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Просто... Хватит уже. Ты прав. Извини. Идем к Томми. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Ну, стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Ладно. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои! Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми? Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну, покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. Мэм, спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Ты Элли? Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да. Голодные? Ужасно. Ложная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть! У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне! Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом?
Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Эрл? Да. Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пара часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Мария. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю. А кажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Вполне нормально, хоть и выцвело. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. То нет. Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой, но с ним веселей. Хороший пес. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю $1 000 000, заработает. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. За работу. То, что надо.
Берегись! Да, вот так. Опускай. Медленно. Да, хорошо. Это Томми. Все готово? Так, еще одну секунду. Все, готово. Готов? Давай, жми. Поехали. Черт побери! Получилось! Отлично! Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадует. Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джоэл. Поговорим. А вас тут немало. Мы все... получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... что это за хрень? Черт, на нас напали! Что, убивать не разучился? Нет. Черт! Бандиты! Остановите! Не пускайте внутрь! Заплатить!
Я бегу. Вон там. Джо, действуй. Еле отбились. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду, скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Ё-моё, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад. Хоть убраться поможешь. Ладно. Осторожно. Вон, там следы. Да. Ну? Но! Пошла.
Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Пошла. Сюда она не пошла. Но! Следы копыт. В лес поскакала. Элли, чем ты думаешь? Пошла. Вот, следы. Отлично. Ну, пошла. Давай. Эй! Я прикрою. Сколько их там? Да хренища. Прикрой. Есть, вот он. Я прикрою. Больше нет. Теперь идем к лошадям. Следы ведут сюда. Только бы до нее не добрались. Пошла. Ну, пошла. Смотри, Уранчо. Это наша лошадь. Она должна быть там.
Вроде никого. Осторожно. Элли? Элли? Я здесь. Ах ты, Господи. Я постерегу. А вам явно надо поговорить. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли, и я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте. Мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. Здесь все чисто. У тебя? Тут тоже. Я прикрою!
Никого. Помочь тебе? Я сама. Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьос, братишка. Пошла. Давай разберемся. Если ты облажался в четвертом дауне, то отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Останусь с мозолью. Дурацкая кличка. Тут был наблюдательный пункт. Это хороший знак. Очень даже.
Беги. Ну, пошла. Значит, тут люди жили и просто учились? Даже если они совсем взрослые? Да, учились, развлекались, искали себя. Решали, что хотят делать в жизни. Что хотят делать в жизни? Сейчас вернусь. Я буду здесь. А сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен. Эй, ты чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Да, а то он убежит. Я быстро. Похоже, кто-то пытался все наладить. Я тут подумала, я бы хотела стать астронавтом. Да ты что? Ага. Представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто. Разве нет? Ну а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать певцом. Да ладно. Серьезно? Спой что-нибудь. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Подвинься-ка. Пошла. Беги. Ну, пошла. Круто. Это обезьяны? Да, целая куча. Пошла. Это было круто. Не видела обезьян? Первый раз вижу обезьяну.
Пошла. Попробуем открыть ворота. Плейстейшн.